равностороннего треугольника взять точку, из которой одна сторона видна под углом 150 градусов. Вот здесь 150, понятно? Задача. Докажите, что из вот этих трех отрезков можно сложить прямоугольный треугольник. Все, больше ничего не дано? Да, больше ничего не дано. Вот этот угол 150 градусов. Величина этого угла 150. Есть равносторонний треугольник. Известно, что вот это 150 градусов. И нас интересуют такие отрезки. То есть на самом деле нам интересно, почему bm в квадрате равняется am в квадрате плюс cm в квадрате. Вот если вы это объясните, то тогда понятно. Вы берете катеты длиной am и cm, и у вас получится... Вот. Нас сейчас немножко жалко. Потому что на первый взгляд вообще непонятно, как это можно доказывать. Подсказка, эту задачу можно решить без вычислений, а просто с использованием поворота. Вы хотите, чтобы отрезки, равные отрезкам АМ и СМ, оказались бы под углом 90 градусов. Понимаете? Вот. И тогда должен возникнуть прямоугольный треугольник, и гипотенуза у него должна оказаться равна отрезку B. Замечаете, как это все делать? Поворот на 60 градусов. Вокруг какой точки? Вокруг точки M. Вокруг точки M. Какого отрезка? MC. Отрезка MC. Хорошо, и что будет тогда? Тогда у нас будет угол АМС прямой. Проще говоря, вы хотите, чтобы я нарисовал вот здесь здоровенный равносторонний треугольник? Да, пожалуйста. Здесь у нас будет 60 градусов, здесь будет 60 градусов, а значит 150 минус 60, здесь будет 90. Да. Отлично. И вот они, да, отрезок МС, вот, вот, все это одно и то же. Осталось понять, почему вот этот отрезок играет. Вообще-то это очевидно. Относительно С повернуть на 60. Да, это решение. Смотрите, господа, что происходит, если вы выполняете вот такой поворот. Куда переходит точка Б? В точку А. Потому да, что да. Вот этот треугольник равносторонний, а при повороте расстояние до центра не меняется. А М в ту точку. Куда переходит точка М? Вот в эту. Вот в эту точку. Да. Замечательно. И значит, отрезок БМ при повороте переходит в отрезок АМ. Увидели? Да. Значит, они равны. Угу. И вот здесь вот у вас возник что? Прямоугольный треугольник. Во-первых, мы задачу решили. Во-вторых, она достойна на самом деле некоторого обсуждения. Дело в том, что вообще в геометрии часто встречаются соотношения такого типа. Давайте посмотрим философски на это. Что здесь написано? А, Б, С, какие-то там фиксированные точки. Да? Им это случайные точки на плоскости. Да? Некоторые движущиеся точки. И написано некоторое соотношение на квадраты длин BM, AM и CM. Согласны? Ну, ребята, а давайте подумаем. Не для равностороннего треугольника, а для любых трех точек. Как будет выглядеть множество, заданное вот таким соотношением? И вообще соотношением такого типа. Это очень важная и очень простая штука, которая, соответственно, часто возникает в разных задачах. Давайте подумаем. Введем систему координат.
И пусть А, Б, С – это вообще какие попало три точки. Понимаете ли вы, что у них есть какие-то координаты, у каждой из них? Конечно. Отлично. Ну, давайте обозначим. Х, А, Т, Y, А, Т. Х, Б, Т, Y, Б, Т. И, наконец, Х, С, Т, Y, С, Т. Вот координаты на четыре точки. Так? Отлично. А теперь координаты точки М. Давайте пусть будут X и Y. Простой вопрос. Очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, как запишется квадрат отрезка МА? Как посчитать квадрат расстояния? Между прочим, надо знать, это важнейшая вещь. У вас известны координаты одной точки, известны координаты второй точки. Радость дикого квадрата. Что, что? Радость дикого квадрата. Х минус. Конечно. Конечно. Надо посмотреть вот на такой треугольник, да? Здесь это разность иксов, здесь разность игреков. Давайте напишем. Х минус х АТ, игрек минус игрек АТ. Надо ввести в квадрат. Отлично. А понимаете ли вы, что для точки B будет такая же формула? Да. Ну, то есть вместо индекса нужно B написать. А вместо C, для C будет такая же формула, да? Ну, да. Значит, как же записывается вот это равенство? BM в квадрате равно. А вот так и записывается. X минус XBT в квадрате плюс Y минус YBT в квадрате. Это что такое? Это X минус xat в квадрате плюс y минус yat в квадрате плюс, соответственно, x минус xc, понимаете? Да. Y минус yc. Отлично. А теперь вопрос. А если все скобки раскрыть, что тогда будет? Очень большое. Большое, страшное. Важно, что xat, yat, xbt, ybt, xc, yc – это все какие-то конкретные числа. Вот когда будете раскрывать, здесь будет x в квадрате. Дальше минус 2xbt, x, понятно, да? Здесь будет x в квадрате, здесь будет y в квадрате. Здесь будет x в квадрате, здесь будет y в квадрате. Они уничтожатся. А что останется? Вот это x в квадрате останется, и вот это y в квадрате останется. Согласны? Да. Замечательно. Так давайте мы поймем, что у нас останется. Справа будет какое-то там x квадрат, y квадрат, сколько-то там x, сколько-то там y и сколько-то там. Слева будет минус сколько-то x, минус сколько-то там y с каким-то коэффициентом, да? И плюс констант. Понятно? Ребята, а дальше можно делать очень просто. Надо все это слева перенести туда и сделать то, что называется выделение по углу квадрата. Ну, по формуле квадрат разности, понимаете, да? Да. Вот. И у нас получится, что ответ – это окружность. Господа, не просто случайно здесь возник этот угол 150 градусов. На самом деле целиком вся вот эта окружность удовлетворяет вот это равенство. Понял, что это? Кстати, как эту окружность понятно объяснить? Вот здесь 150, значит, чтобы сумма углов была 180, там 30. Окружность это получается следующим образом. Мы берем наш равносторонний треугольник, с этой стороны рисуем равносторонний треугольник. Согласны, тогда здесь будет 60. Ставим ножку циркуля сюда и рисуем вот такую вот здоровенную окружность. Это и будет то самое множество точек, удовлетворяющих вот этому равенству. Понятно? Да. Здесь будет 150 градусов, соответственно, снизу там будет 30.